На платформе железнодорожного вокзала ждет своего торжественного часа новый пригородный электропоезд серии ЭП-3D. Украшенную красными и белыми воздушными шарами кабину машинистов с интересом рассматривают десятки железнодорожников и пассажиры. Современная электричка через считанные минуты выйдет на свой первый маршрут. Памятный маршрутный лист машиниста электропоезда вручает начальник дальневосточной дирекции моторного подвижного состава Александр Владимирович Барабаш. После торжественного мероприятия в электричку пригласили пассажиров, которые сразу обратили внимание на мягкие сиденья, удобные поручни и работающий кондиционер. Предусматривает система обеззараживания воздуха, что сегодня очень актуально. Система видеонаблюдения в каждом вагоне с выводом на монитор у машиниста поезда. Сегодня здесь имеется устройство для перевозки велосипедов, что очень актуально для развития внутреннего туризма. Также для обеспечения перевозки маломобильных групп населения в головном и хвостовом вагоне находится устройство, которое позволяет организовать посадку и высадку пассажира на инвалидной коляске как с низкой платформы, так и с высокой пассажирской платформы. Первые такие составы поступили в Приморье в 2018 году. Это уже четвертый по счету. Электропоезда ЭП-3D работают на наиболее востребованных пассажирских маршрутах и зарекомендовали себя как надежное транспортное средство с высоким уровнем комфорта. Плавный набор позиций, да, плавное торможение, ну, то, что по технической части, так по комфорту, то, что мягкие кресла, удобно сидеть, холодильник вот поставили, система кондиционирования. Маршрут нового состава Владивосток и Парисово. Также электричка будет ходить в Артем и Смоленинова. Это очень удобный, комфортабельный поезд, и прям я очень рад, что мне удавилось одним из первых пассажиров, кто проехал на нем. Отметим, что в сторону Владивостока идет еще один новый шестивагонный электропоезд. Уже в июле его планируют выпустить на маршрут. Алина Черненко, Денис Фадеев, новости на восьмом.